Американская компания D&M Holding Company завершила строительство завода по производству боеприпасов на территории Украины, о чем сообщает Департамент обороны США. В настоящее время компания наращивает темпы и расширяет производственные мощности нового предприятия. Важно отметить, что D&M Holding не будет контролировать само производство боеприпасов, а выступает лишь в роли строителя и поставщика готовых решений для объектов подобного рода. Компания специализируется на предоставлении крупномасштабных инженерных и производственных решений как для государственных, так и коммерческих клиентов. В сферу ее услуг входят проектирование и производство оборудования, а также инженерные и консультационные услуги. Детали касательно того, какие именно боеприпасы будут производиться на заводе, пока не разглашаются. Однако есть вероятность, что предприятие сосредоточится на выпуске винтовочных патронов калибра 5,56 и 7,62 мм с возможностью расширения производства под новые типы патронов и малокалиберные снаряды. Напомним, что в последнее время несколько европейских и американских компаний объявили о строительстве заводов по производству боеприпасов в Украине, а также предоставили лицензии для выпуска снарядов в стране.